В городском поселении Раменское 28 дошкольных учреждений. Количество воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет более 6 тысяч. Комплектование детских садов проводится в электронной системе по возрастному принципу в порядке очередности с учетом льготных категорий граждан. Период основного комплектования, который проходил летом 2018 года, в детские сады города Раменское было направлено 1859 детей. Из них в возрасте от до 3 лет 187. В настоящий момент продолжается период доукомплектования, и как раз категория детей в возрасте до 3 лет, до 31 декабря 2018 года, будет получать места в наши детские сады, если эти места по каким-либо причинам будут высвобождаться. Запись в детские сады можно осуществить на портале государственных услуг Московской области. Законные представители ребенка имеют возможность отслеживать статус заявления и место в очереди. Также родители могут внести и ряд изменений в заявление. Например, изменить выбранные ранее учреждения, сведения о льготе, выбранный год поступления ребенка в ДОУ на более поздний. На сегодняшний момент есть большое количество заявители, которые к нам приходят и, услышав посыл президента, желают изменить дату зачисления в детский сад. В соответствии с административным регламентом, который у нас принят, к сожалению, изменить дату на более раннюю невозможно. Здесь должны быть определенные веские причины, они также прописаны в административном регламенте. Либо это льготная категория, либо мы полностью удовлетворили местами всех тех детей, которые стоят на текущий год. В настоящее время активно реализуется программа по доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет. По центру города Раменское остается напряженность с ясельными группами в связи с тем, что ведется активное жилищное строительство. Однако предлагаются места в микрорайоне Холодово с правом последующего перевода. На 9 ноября 2018 года количество детей в очереди желаемой даты зачисления 1 сентября 2018 года 236. Все это дети в возрасте до 3 лет с расчетной датой на 1 сентября 2018 года. Мы продолжаем работать с этой категорией, как я уже сказала, и в период доукомплектования предлагаем желающим из этой возрастной категории места в детских садах. В перспективе в городском поселении Раменского на строительство еще трех детских садов. Детский сад по улице Электрификация, детский сад по улице Крымская. И, что приятно отметить, уже сейчас мы получили подтверждение, что в государственную программу включено строительство детского сада на 225 мест в микрорайоне Молодежный, о котором я также на комиссии докладывала, с плановым вводом на 2021 год. До 31 декабря текущего года дети, достигшие 3 лет, будут полностью обеспечены местами в детских садах. Екатерина Алфимова, Андрей Пластунов и Марина Миткевич для программы «Городские вести».